Тверском областном суде завершилось, пожалуй, самое громкое уголовное дело последних лет. Судья вынес оправдательный приговор Александру Забенкову, обвиняемому в убийстве трех человек. На основании пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации оправдать в связи с отсутствием его действий состава преступления. Забенкову грозило 18 лет лишения свободы, но в его действиях не нашли состава преступления. Они были признаны самообороной. Следствие и суд по делу Забенкова длилось почти полтора года. Все это время он провел в заключении. Трагедия, в итоге которой Александра обвинили в тройном убийстве, произошла 2 мая прошлого года. Тогда в дом к Забенкову во время празднования дня рождения его жены ворвались четверо пьяных мужчин с палками и начали избивать гостей. Опасаясь за жизнь жены и дочери, Александр взял нож и дал отпор троим оппонентам, нанеся им ранения. Они оказались смертельными. Всем огромное спасибо, кто наблюдал за этой ситуацией. И до последнего не верил, что так будет, но справедливость восторжествовала.